Сегодня очень душевный концерт, домашняя атмосфера, поэтому я запаслась пледом, чаем. И пока я буду им задавать вопросы, они на них будут отвечать, я буду пить чаёк. Итак, друзья мои, что вы здесь забыли сегодня? То же, что и всегда. Сегодня мы здесь забыли кучу сил, кучу времени, кучу идей. Оставили кучу, да, всего на свете. Оставили кучу в звезде, вот так я скажу. Это вырежем? Нет. Не будем кучу вырезать. Для каждого из вас, для каждого человека, который тусуется в андеграундной тусовке, не знаю, как это сказать более грамотно, вот, для каждого человека, которому интересна наша музыка и который ходит на концерты наши независимо куда, независимо где, независимо во сколько, и сегодня мы решили сделать подарок для них, сделать офигенный гиг в офигенном месте. Группа Ира сегодня, 13:37, решили сыграть для своих слушателей, так скажем, весь свой репертуар, расширенную программу, сделать совместный концерт. Со стороны группы Ира мы сыграем «Овод», наш новый трекан. Мы сыграем наш новый релиз, который носит название «Эйстерва», который включает в себя два трека «Эйстерва» заглавный и «Ночь наша все». Собственно, это небольшая затравка, небольшая... Напоминание о том, то, что мы не просто выпустили по EP-шке и стухли, да, как обычно. Это небольшая затравка перед чем-то большим, потому что... Снова. И снова. Мы сядем в ближайшее время за создание, за придумывание, в общем, за... Нового материала, да, за крутого. За большой полноформатный альбом «Что мы, что Ира». Супер круто, на самом деле, проводить время в клубе, в котором ты играешь с самого раннего утра, и не просто приходить, включать там транзисторный комбик и настраивать на нем звук, а знать, что ты выдашь в конце вечера очень крутой саунд слушателю. Вот, проводить время вместе и, так скажем, двумя группами, целый крю, мутить все это, прикручивать, скручивать, коммутировать, искать проводишки по кейсам, тусить, пить пивко и минералку, вот. И это очень классно, потому что в конце это все по заслугам, так скажем, воздастся и придет народ и услышит нас. И мы знаем, что он хочет нас услышать, и исхода другого нет. Потихоньку мы начинаем осознавать то, что мы не просто ребята, которые в Самаре играют Роцк для себя в каких-то... Кому-то тоже нужно наше музло. Да. Вот, и кто-то тоже хочет нас послушать. Расширяемся. Наши дальнейшие планы заключаются в том, чтобы экспериментировать, потому что возвращаться обратно как бы смысла нет. Да и некуда возвращаться, потому что все мосты сожжены,
И сейчас остается только экспериментировать и копить материал на полноформатник. И регрессировать, как и наш жанр, по полной программе. И будем надеяться, что в городах России нас будут ждать совсем неизвестных, но готовых стать известными. И после этого концерта мы, наверное, слегка приутихнем в Самаре и попрем покорять Россию, нашу родину. И будем играть там, где нас позовут. И копить материал, и создавать новое. Юг, Волга и татухи. Быстрый-быстрый рок. Больше не верю в любовь! Я больше не верю в правду! Правда не ударила! Я ударил шастру! Я больше не верю в правду! Я больше не верю в правду! Правда не ударила! Сегодняшний концерт, дабы как бы показать, что музыка есть в Самаре, что такие объединения они возможны, должны быть. Поддержка — это все-таки, грубо говоря, нас 9 человек, это много народу, грубо говоря, это 9 мнений, это нужно все скомпоновать. Абсолютно разные по стилям. Да, в принципе. Поэтому, грубо говоря, объединяйтесь. Делайте музыку, не стойте на месте. Меньше слов, больше дела. Мы посвящаем всю нашу лирику войне. Войне полностью в крупном ее понимании. То есть не какой-то определенной в частности, а войне в большом смысле этого слова. Это боль, это грязь, это боль. Ну, это плохо, если говорить вот так вот. 1337 – это год начала Столетней войны между Англией и Францией. Это самое долгое официальное положение войны в мире, которое когда-либо было. «Эй, стерва!» – собственно, это обращение к войне. Пусть она танцует, а люди пляшут под ее дудку. Это ирония. У нас сейчас выходит мерч, он буквально, ну прям ближе, не будем он говорить... на стадии печати. На стадии, да, не будем говорить точную дату. Потому что мы очень хотели успеть к первому числу, но не получилось. Вот. Но мы уже с абсолютной уверенностью говорим, что мерч скоро будет. А из ближайших планов, как мы уже и говорили раньше, это Сплит. Из самых больших планов это, естественно, полноформатный альбом. Fuck the show! Fuck the show!
Домашняя атмосфера, чаек, прекрасная музыка. Вот так и нужно делать концерты. Вы как хотите, а я спать. Вован вон помылся в душе, и ты крутой. Вот. Сегодня ждет на самом деле нас. Я не могу сказать. Блять, погодите секунду, я какую-то хуйню несу. Дерзкие, уверенные, живые. Нет. Это чокнутые парни, которые. Счет, мясо и музыка. Вот, да, наверное, вот это будет идеально. Еще большое спасибо хочу сказать группе 1337, которые недавно побывали на Самаре Максимум и совершенно несанкционированно включили трек «Овод» на радио, который, по мнению людей с радио Самара Максимум, не должен войти в ротацию и не подходит. Неугодные песни в эфир, только хардкор и несанкционированные выступления. После этого я поменял 6 адресов, удалил все странички в социальных сетях. И перебил наколки. Мы хотим поколбаситься, поиграть в своей семье, в своей атмосферке ламповой. Вот. И хотим, чтобы все прошло клево. Все прошло так, да, когда друг на друга накидываешь пледы. Вот, какая-то хуйня.